называется железнодорожная станция на отрезке пути между Сейда и Лабытнанги. И находится она, как вы, наверное, догадались, на Полярном Урале, на северо-востоке нашей республики. На календаре 27 июня 2015 года. Через 4 дня здесь начнется метель и выпадет огромная масса снега. Мы имеем 3 дня, чтобы узнать об этом месте и рассказать вам о причине, которая нас сюда привела. Кроме нас, здесь с поезда сходит большая группа разновозрастных туристов. О них мы тоже расскажем. Все направляются к палаточному лагерю, который совсем недалеко, километра полтора. Он расположился в долине реки Собь, у большого озера Перевальное, на самой границе Европы и Азии. Все мы жители передвижного палаточного лагеря «Полярные горы» и участники первого туристского фестиваля, призванного обучить прибывших туристским и альпинистским навыкам. Почему лагерь здесь? Потому что это самое доступное место. Нигде в нашей республике поезд так близко к горам не подходит. Первыми сюда 2 дня назад заявились организаторы фестиваля из Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма. Расчистили площадки для палаток, обустроили костровище, заготовили малость дров. Ну вот вездеход какая-то здесь. Да тут полярно изъезженный. Вот куда-то сюда. Там. Полярно изъезженный вдоль и поперек. Это я понимаю, но в любом случае это официальная дорога. Почему Ликвожская стена называется, оказывается, вот на Ликвож вершина. У нее свое название есть. А на километровке этого названия еще нету. Промочился. А где научились до кроссовки успели? Сегодня ходили до гор. Куда? До гор ходили. Вот, зачем? На снежник. Интересно, снежник лазить. Покатались? Нет. Это вообще-то опасно. Вы не первый раз в горах? Первый. Первый раз? Вообще, на Урал-то ездили уже, а в горы тогда первый. Ну тут некоторые это не первый из нашей группы. Летом второй раз, зимой уже 4 раза. Да. А зимой или летом лучше? Хорошо. И зимой свои плюсы, и летом свои плюсы. Сейчас зимой же холодно. Зимой колорошнее. Зимой вообще классно в походы ходить, мощнее, чем летом. Я уже скоро 30 лет доказываю, что альпинизм доступен всем. И детям, и взрослым, только в зависимости от уровня. Никто ведь не требует от ребенка поднимать штангу чемпионского уровня. Так же и альпинизм. Есть доступные маршруты на интересные, красивые горы. Группа, которая занимается у меня в течение года, молодые перспективные ребята. А маршруты? Маршруты уже сами придумываем, какие хотим. У нас есть и горы, и реки, и все есть по тебе. Надо их использовать. От палаточного лагеря до знака «Европа-Азия» не более 300 метров. Рядом с ним памятный знак, выполненный в виде туристского гурия, коми-исследователю Василию Латкину. Я здесь был зимой,
И недалеко вот за этим озером я в составе еще своих двух лучших друзей терпел бедствие. Смешно назвать бедствием, когда до станции километр. Ну, этого не знали, что до нее километр. Мы знали, что вот мы куда-то пришли. Ночью у нас сломала палатку. Такая была зимняя пурга, палатка была сломана. Мы откопали эти лыжи и в конце концов выбрели на забор и выбрели на станцию, где починились, согрелись. Это, наверное, вот отправная точка, просто интерес к району. Как здесь летом? Не ожидался столько комаров. В горах, как правило, день заканчивается душевной песней. Теплота твоих рук обещанием разлук. Это было весной, когда мы уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили из дома. Это было тогда, когда мы уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили из дома. Седьмое июня, уже у самой полночи. Темнее не будет. Все-таки пик белых ночей. Пора трубить отбой. Фестиваля встретил нас свежим ветром и ярким солнцем. Хорошее начало в комарином краю. По традиции, торжественные процедуры, речи и наставления. Все понимают, что после этого начнется самое главное. Момент приключения, момент познания новых мест и своих способностей. Я вас поздравляю, что вы стали участниками первого гордого фестиваля Центра детского и юношеского туризма и спорта Республики Коми. Надеюсь, это запомнится и станет важным. Это не только паспорт, не просто паспорт, это еще и информационный материал, который вы должны получить об этой территории, об истории, которая связана с территорией, куда мы с вами идем. Еще хочу сказать, тут на днях позавчера подошел товарищ из взрослых туристов и говорит, где здесь мокрый ус, река? Я не знаю, мне неудобно, что не знаю. Послал вот к Андрею Галитарову, тоже с картой разбирались, оказывалось, что человек ищет Макар Русь, реку, да? Так вот, мне очень бы хотелось, чтобы все, кто здесь сейчас присутствует, никогда ни у кого не спрашивали реку Мокрый Ус, а всегда находили на карте реку Макар Русь, которая им нужна. Ура, фестиваль начался. Изначально все участники были поделены на группы. У каждой группы своя программа. Либо это восхождение, либо горно-пешеходный маршрут, либо альпинистские занятия. Мы в составе большой группы решили начать с пешего похода. Это точно будет на пользу, гарантированно нормализует сон и аппетит. Цель похода – добраться до истока реки Собь, к месту гибели экспедиции альпинистов. Эта трагичная история приключилась в 1988 году, и мы о ней обязательно расскажем в одном из следующих выпусков «Коми инкогнито». Ну а пока идем, пытаемся снимать,
и очень огорчаемся, когда в погоне за молодыми туристами не успеваем запечатлеть очередной красивый вид. Видов красивых здесь почти так же много, как в Юг-2. Дорога долгая, потому в голове частенько прокручиваются куски разговора с Сергеем Журавлевым накануне. Научиться ходить по горной тундре, ориентироваться в условиях Урала, в условиях по погоде сложных, может и туман опуститься, ориентироваться по карте, по компасу, по крупным ориентирам. Научиться бродить через наши горные реки, мостов у нас не построено. Вот это все экспедиционные знания, которые должны начинаться, как везде, от простого к сложному. То есть у нас есть новички, для которых это очень простые занятия, но не аттракционы, а учеба. Не развлечение, а последовательная учеба, приемы, передвижения. И наступит тот момент, когда они будут готовы, и они станут самостоятельными спортсменами, которые будут совершать это восхождение. Обломки лыж, каменные гори, поминальная плита. Пришли. Каждый приходящий сюда кладет камень к общему гурью. Большой перекус и обратно. Большинство несчастий
случается при спуске, однако иногда под гору идти бывает легче, по крайней мере, на Полярном Урале. Насколько интересно уходить на маршрут, настолько же и приятно с него возвращаться. И вечером всегда есть о чем поговорить. На сегодня на Полярном Урале у нас маршруты до 4-й категории. Всего 6 категорий, то есть мы двумя маршрутами перешагнули планку среднего уровня. Есть и другие, но нужны хорошие ребята. Крепкие ребята, которым интересно перепрохождение, которые хотят стать Платкиным, Крузенштерном, Магелланом полярных маршрутов. Деление остановись. Деление остановись. Товарищ старший тренер, группа совершила зачетное восхождение первой категории трудности, совершив две переправы через реку. Все отлично. Давай, с горой, Слава, на Полярном Урале. Так, восходителям на вершину 860 метров. Почти первопрохождение. Наш физкульт. Ура! Физкульт! Ура! 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 В лагерь у нас физкульт! Привет! Молодцы! Страшно? Нет, вообще ни капельки не страшно. Камни не падали? Ну, падали! Никого не задело? Нет, я просто кричала и все услышали. Ну не устали? Устали! Устали и голодные! Такой ветер был на вершине вообще. Все сносит, людей сносит, в гору поднимаешься, тоже да, кошмар. Мы на вершину восходили по парам, то есть на вершине мы ходили только вот так. Ну и переправа, конечно, переправа, это вообще, сегодня сильный ветер. Вас не унесло течением, нормально? Да, ну, мы тоже по парам переправлялись вот так вот еще дважды, там, где переправлялись очень широко с островами. Ну так интересно, весело, ну сейчас мы будем отогреваться. И одна из целей фестиваля – это воспитать ребят, заразить их вирусом первопроходца. Вирусом того, чтобы они могли обществу подарить новый альпинистский маршрут, новый туристский маршрут, описать перевал, чтобы другие люди могли по нему пройти. Сегодня мы позанимались на занятиях. У Ромы, Агаты, Алены сложилось какое-то комплексное представление о страховке в альпинизме. То есть оно для них неожиданное, надо сказать. На первый вопрос, что сейчас пойдем подгонять снаряжение, Роман прямо так аж воспринял это вот в штыки. Что у него и так все подобно, и все знают хорошо. Но после занятий вот он пришел, сказал, да, для каждого действия снаряжение должно быть подобно особо. Ну и, видимо, подгонит. Восьмое июня завершается. До снежного бурана остается 3 дня. Самое время расслабиться. Oh,
29 июня. До метели со снегом остается 2 дня. Палаточный лагерь отпускает своих жильцов по маршрутам. Что касается нас, то сегодня мы полезем на скалы. Одни и те же команды. То есть участник подошел, начинает подъем, перед этим обязательно страхующего смотрит на него. Страховка готова, тот должен обязательно ответить. Готово. Ты говоришь, пошел, он понял. То есть все команды дублируются. Ребенок, который приходит, он ничего не знает, ты в него вкладываешь душу, учишь его. Вот, и когда детям начинает это нравиться, начинают спрашивать. Вот где-то здесь ты как бы получаешь удовольствие от всего этого процесса. Вот. А когда ты людям, детям показываешь горы, как-то и самому становится приятно то, что людей к хорошему подтягиваешь. Вот это правильное использование восьмерки. То есть вот именно так. Вот этот способ, который вы через карабин. Да, через карабин. Он как бы допускается, да? Вот, особенно на соревнованиях. Так скорость больше, да? Но руку не забываем, что рука должна быть около бедра. И ни в коем случае вот эта рука, которой вы спускаетесь, здесь не бегает. Потому что вы находитесь в перчатках. Перчаточка вот сюда, как назло, вот так вот заскакивает. И потом все затягивает и палец. И пальцы можно сломать. И ты не спуститься ничего. Ты еще долго так продержишь, не сорвешься. Ты кажется, все, вот сейчас и сорвешься. Нет, если у тебя рука еще, ты еще не знаешь возможности. Куда ногу повыше? Опору для ноги хорошо, хорошо. Эй, ноги шире. Срыв, говори. Ноги шире. Пошел, пошел, понял. Я не могу выйти. Вам абсолютно не страшно, да, подумается? Да нет. Почему? Я знаю, что меня страхуют. Ну, как бы я доверяю этим людям. Ну, сорвусь так, сорвусь, значит, я повисну, может, ударюсь, да? Ну, травмы все равно когда-то получают, синяки там. Что такого произойдет же? Попробуй. Вот. Спокойнее. Все, прощупал.
Я еще раз убедился, что альпинизм не для меня, потому что этим видом спорта заниматься очень физически, очень ловким и, самое главное, бесстрашным людям. А я все-таки очень сильно боялся. Как-то не доверяешь, что тебя удержат. Все думаешь, что ты сорвешься. В общем-то, страшно. Страшновато было? Нет, вообще нормально. Наоборот, прикольно. Тем, кто был в первый раз, конечно же, было страшновато. Одно дело скалодром, где ты все зацепы видишь и ты их чувствуешь. Другое дело, когда ты этого не видишь и вообще не знаешь, что тебя там наверху ждет. Ну, это, конечно, придает адреналину. Ну, не, когда наверху, да, там страшно. Смотришь в нишах, там, уа-а-а. Сердце в пятки уходит. Это им очень понравилось. Они сначала шли с таким, немножко с линцой туда шли, как-то так это, отгоняя комаров, бурча. Но когда туда пришли, увидели веревки, у них блеск в глазах появился, интерес появился. Ну, то есть понятно, что это не скалодром, а это действительно живая природа, это совершенно другое. Фестиваля наполовину пройдена. Позади горная часть. Уникальность места, где находится палаточный лагерь, в том, что отсюда можно организовать сплав, причем хоть в Европу, хоть в Азию. На восток течет Собь, на запад Елец. Так что скоро все поплывут, каждый по своей реке. Свою программу завершили, покинули лагерь и уехали в Сыктывкар с большим сожалением. Здесь действительно можно растрачивать свой отпуск. И мы бы сожалели, даже если бы и знали, что до снежного бурана остался всего один день.